Дружинники, а их сегодня только на сочинском направлении больше 150 человек, активно участвуют в мероприятиях по контролю за соблюдением пограничного режима. В составе пограничных нарядов они осуществляют контроль за въездом, временным пребыванием, передвижением лиц и транспортных средств в пограничной зоне, на сухопутной границе, на морской проверяют береговую полосу, причалы, места отдыха и рыболовства. Кроме того, при необходимости самостоятельно ведут наблюдение за акваторией и передвижением малых плавсредств. Из 500 нарушителей правил пограничного режима, которых выявляли сочинские пограничники за первый квартал этого года, каждый десятый задержан во взаимодействии с местным населением.